Успокойся, ты ничего не собирался делать. Я не играю, это ваша переписка. Ты с ней собирался пересекаться за периметром? Ничего, мне она вообще не интересна. Вообще никак. Подожди, ты ей пишешь, значит, она тебе интересна. Да, я ее даже сегодня первый раз увидел, я ее даже фотографии не видел, Влад. Дим, вы договаривались о том, что вы будете встречаться, когда ты будешь ездить в спортзал? Ну, был у меня какой-то заскок такой еще. Был у тебя заскок? Ну, то есть явно тебе человек был интересен. Ты же не пишешь первому встречному или встречной. Я к тебе буду заскакивать вместо тренировки. Ну, здесь какой-то именно был такой. Какой момент. Такой? Именно с первой встречной. Не знаю, что у меня было в голове, я на самом деле. Почему? Я сейчас смотрю на Ангелину. Она милая, приятная девочка. Это не какой-то, то есть не сидит динозавр, да? А явно мне кажется, что мне можно рассмотреть на человека любопытного. Нет? Нет, мне не интересно. Хорошо, коллектив. Вот как вы считаете, девочка на раз или все-таки есть смысл оставить как-то девушку, пусть она там строит отношения с Димой? Кто сегодня общался с Ангелиной, ребят? Я сегодня общался с ней на кухне, я спросил у нее.